Юля, воспитанница детской школы искусств, представила свою работу – куклу-столбушка на выставке «Весенний праздник». Декоративно-прикладное творчество помогает лучше узнать традиции и обычаи своей родины, рассказывает юная художница. Это русские народные куклы, сделанные из ткани. Их почти не надо шить. Они изображают, ну, в данном случае это русская крестьянская девушка в какой-то теплой одежде, по всей видимости, зимней. Выставка «Весенний праздник» проходит в Одинцовском историко-краеведческом музее впервые. Авторы работ – воспитанники детской школы искусств «Классика» в возрасте от 8 до 16 лет. Мастерство ребят поражает. Я ни разу не была в этом музее. Интересно посмотреть, как он выглядит, посмотреть на другие работы учеников. Преподаватели уверены, это отличная возможность для юных творцов познать выставочную деятельность. Пришли, чтобы поддержать своих учеников. Ну вот это вот моя кукла. Мы эти куклы-столбушки делали в группе на ДПИ с нашим преподавателем Еленой Николаевной Трушниковой. Здесь мы можем видеть различные тряпичные куколки, различные росписи. Урал-Сибирская, Пермогорская, Мезенские росписи и представлены композиционные работы на тему весенних праздников. Подход к обучению в ДШИ «Классика» уникален. Помимо изучения различных техник, преподаватели уделяют большое внимание истории искусства и изучению традиций. Такое весеннее настроение, наконец пришла весна. Может быть, на улице это незаметно, но в душе у нас у всех цветет мимоза, как минимум. Вот. И вы видите, что получилась выставка такая не только весенняя, но еще и такими с элементами ожидания масленицы. Юным творцам дали возможность показать свои самые лучшие работы. Экспозиция получилась богатой на краски. Сегодня представлены работы, выполненные акварелью и гуашью. Представлены произведения декоративно-прикладного творчества. Более того, это программное произведение, которое изучают дети, как, ну вот в учебном процессе это введено в программу, как живопись, графика, изучение истории искусств. И у них есть ДПИ. Свое название выставка получила не случайно. Ее приурочили к Международному женскому дню и Масленице. Детские произведения пропитаны весной и солнцем, дарят предвкушение и настроение традиционного русского праздника. Выставка продлится до 31 мая. Не упустите возможности ее посетить. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».